Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против России за содействие аннексии Крыма. Об этом заявил американский президент Барак Обама. Список чиновников и частных лиц расширится. Санкции также коснутся Банка России, который оказывает финансовые услуги российскому руководству. Я подписал новый указ, который дает право ввести санкции в отношении ключевых секторов экономики России. Мы намерены продолжать помощь Украине. Я призываю Конгресс принять соответствующий закон. Просто слова поддержки недостаточно. Путин должен понять, что Украина не должна выбирать между Россией и Западом. Она сама вправе распоряжаться своей судьбой.